Уважаемые коллеги, добрый вечер. Хочу сообщить вам сегодня, что в школе совхоза Ленина опять случился судьбоносный день. Уже 3 дня сгущались серые тучи над нашей школой в связи со всеми политическими аспектами, которые происходят в поселке, и, наконец, полил огромный град, который увенчался изменением административной структуры в школе совхоза Ленина. Сегодня я покинула пост директора школы. Поэтому у вас с завтрашнего дня новый, молодой директор школы, который, надеюсь, наверное, в новой системе заменит меня, так как хочется очень многим, которые, может быть, давно уже хотели, чтобы здесь была смена руководства. Но при этом все равно хочу сказать всем огромное спасибо за то, что вы были со мной 8 лет, за то, что вы понимали меня, за то, что вы принимали меня, и за то, что мы все вместе сделали очень-очень много хорошего, потому что сегодня при сдаче дел вся администрация Ленинского городского управления образования говорила только теплые слова в адрес всего педагогического коллектива за его труд. Я надеюсь, что град поутихнет, война пройдет, и вы снова заживете мирно. Удачи вам всем! Всего хорошего, а главное – здоровья.